Ну вот, сегодня 8 апреля 2014 года. Это район Пирогово. Вот теплицу поставили. По поликарбонатную. Крепление винтов просто без термошайб сделано, выполнено. Пленка и все. То есть ультрафиолетовая пленочка снимается. То есть она направлена на наружу. Вот такая штука. Так, вот значит форточка имеется тут. Форточка. Крючочек сделан. Выглядит вот так, значит, внешне. Поставлена на этот, как там его, на брус. Вот, и у нас уже тут имеется редиска. Заходим, смотрим температуру. Температуру посмотрим. Видите, 18 градусов температура. 18 градусов. 18 градусов. И редиска вот уже какая. Также посажена, значит, и салат. Салат, вот эта вся линия. Редиска, ну не знаю, потом посмотрим, когда поспеет. Вот она, посмотрите, редисочка какая красавица. Салат. Салат. И зашел еще у нас. У нас зашел еще. Еще зашел у нас укроп. Укроп видим. Вот так красивенько все смотрится. Да. Теплица у нас не обогреваемая. На температуре мы смотрим сейчас 8 градусов. То есть разница между температурами в теплице на 10 градусов.